И сегодня решила снять для вас видео, как провести День Валентина. Я знаю, что этот праздник у нас не очень отмечается, но я смотрю зарубежных блогеров, и мне очень нравятся такие видео. Поэтому я сняла для вас видео тоже на эту тему. Надеюсь, вам оно понравится, так что давайте начнем. И чтобы делать такие простые печенья, в них нет ничего сложного, вам понадобится лишь нутелла и печенье в виде сердца. Просто намажьте нутеллу на печенье, и вот все готово. Можете украсить печенье какао-порошком или чем-нибудь другим. Такие совсем несложные конфеты, вам понадобится нутелла или можно ее заменить на растопленный шоколад. Также формочки в виде сердца и что-то для украшения. Я выбрала шоколадные шарики Несквик. Все, что вам нужно, это лишь растопить ваш шоколад или добавить готовую нутеллу в формочки. И сделайте это немного поаккуратнее, чем я, потому что я сделала это не очень аккуратно. Затем добавьте немного шоколадных шариков Несквик к вашей шоколадке, чтобы они смотрелись немного интереснее. Положите все это в морозилку на несколько минут или часов, смотря как вы это сделаете, и все, готово. И для подарка вы можете взять красивую коробочку и положить в нее самые милые вещицы, которые вы найдете и купите в магазине. Ну, это было все, и если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Также пишите мне комментарии и подписывайтесь на мои соцсети. И я надеюсь, вам понравилось это видео. И да, с вами была Аделина, а пока, всем пока!